оплата, или, может быть, правильно, наверное, работа этих граждан сфиксировать невозможно с учетом того, что при проверке мы одеваем либо фото, либо жилет, и факт передачи денег, чтобы зафиксировать, что иностранный гражданин работает там в отделе где-то, и сразу люди либо закрывают, пусть мы говорим как есть, либо они просто говорят, что мы не нашли здесь нет. То есть это неоднократно были проверки, в том числе и с прокуратурой, но вот по линии чайханы, то, что нам удалось зафиксировать, как раз только произошла проверка, да? Все это знали. То есть мы все-таки добились, сняли на камеру, зафиксировали факт того, что они работали, и все-таки добились через суд привлечения к ответственности данного хозяина. То, что мы сделали, в принципе. Да, проверка была на той неделе проводилась под эгидой прокуратуры, мы выезжали, что сказал, что информация ушла. Сейчас все на контроле. Мое мнение, значит, такое. Понятно, что мы можем ездить туда постоянно, да. Надо все-таки выходить с решением, с иском суда, о том, чтобы либо вообще этого рынка не было, по данному, либо все было законным способом проведено и как бы сделано.